Планета ресурсов. Под таким названием в Славянске на Кубани прошла ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Около 40 работодателей и представителей учебных заведений пришли на ярмарку, чтобы встретиться со своими потенциальными работниками и студентами. Подробности в следующем материале выпуска. Сегодня найти работу с достойной зарплатой и хорошими условиями труда достаточно непросто. Для того, чтобы помочь безработным в этом нелегком процессе, Славянский центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых желающие трудоустроиться могут пообщаться непосредственно с работодателями, задать интересующие вопросы, проконсультироваться у специалистов Пенсионного фонда, Управления социальной защиты населения, юристов. На сегодняшний день я нуждаюсь в работе, стою в центре занятости для либо дальнейшей переподготовки, либо, может, на сегодняшний день по ярмарке вакансий думала найду при себе работодателя. Я думаю, это очень полезно, хотя бы для информации. Если даже человек не нашел себе какую-то вакансию, место, он получил много полезной информации. Элементарно пенсионный фонд, да, можно узнать за какие-то пособия, за выплаты социальной защиты. На сегодняшний день я как мать-одиночка, да, могу узнать все, что мне необходимо. Так что я с удовольствием, я не первый раз участвую в ярмарке. Всем советую. В этот раз в ярмарке вакансий приняло участие 28 работодателей. Для соискателей они предоставили порядка 500 разных вакансий, в том числе в странах ближнего зарубежья и Крыму. Отдельное внимание было уделено трудоустройству людей предпенсионного возраста, для которых предусмотрена возможность повышения квалификации или переобучения за счет государственных средств. На сегодняшний день внесены изменения в программу содействия занятости Краснодарского края, и очень большое внимание уделено переобучению или же даже сказать, что повышение квалификации этой категории. Для чего сделано это? Чтобы, ну как бы понимаем, что в силу возраста работодатель не уволил предпенсионника, потому что, ну, хотелось бы там, может, молодого. То есть для этого есть сегодня такая у нас программа совместно с работодателями Славянского района. Мы даем возможность или же повысить квалификацию за деньги государства. Краевые деньги участвуют, федеральные деньги участвуют в этой программе. И также получить новую специальность для того, чтобы остаться на этом же предприятии и дальше продолжать работать. Ярмарка вакансий открыта для всех, кто ищет работу. Для отдельных категорий граждан предусмотрены определенные льготы при трудоустройстве. В частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья действует закон о квотировании рабочих мест. У каждого инвалида сегодня есть карта реабилитации, и в соответствии с этой картами подбираются каждому индивидуально, ну, варианты трудоустройства. Да, сложно. Сегодня не так много вариантов трудоустройства в Славянском районе. Ну, все мы знаем, уже об этом говорилось неоднократно, что главой принимается постановление, которое выделяются квоты на предприятие, те, кто более 35 человек на предприятии, списочная численность, и там определяется количество квот. Поэтому по желанию инвалида сегодня мы с каждым работаем индивидуально. Даже в этом году у нас новшество. У нас введена ставка в центр занятости и введена новая государственная услуга. Это сопровождение инвалидов. То есть человек, приходя с ограничением со здоровьем, приходя в службу занятости, мы от его прихода и будем до конца, то есть конечный результат, это его трудоустройство. То есть этот человек занимается конкретно с каждым индивидуально с инвалидом. Ярмарки вакансий проводятся не только для желающих найти работу, но и для школьников. Выпускники 9-11 классов могут здесь пройти профориентационное тестирование, а также пообщаться с представителями высших и среднепрофессиональных заведений, чтобы выбрать, куда пойти дальше учиться. Ярмарку вакансий в этот день в общей сложности посетило около 1000 человек. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».